Праздник света, надежды и добра. Тысячи верующих Самарской области присоединились к празднованию Рождества. Для многих это один из самых главных дней в году. Кто-то остался дома, а кто-то присоединился к торжественным богослужениям в храмах. День, когда хочется пожелать всем людям, тем, которые живут в нашем городе, вообще в нашей стране, да и вообще во всем мире, радости, счастья, чтобы люди не забывали за суетностью, за бегом наших дней. То, что самая правильная вещь – это доброта, это любовь, это счастье. Святой праздник. Праздник души. Праздник какого-то внутреннего состояния. Вот вы знаете, я даже сейчас говорю и волнуюсь. Всех поздравляю с этим праздником. Таким светлым праздником, добрым праздником. Всего вам хорошего, добра, тепла, мира. Вашим семьям, вам. Мы так рады, что у вас открылся храм наконец-то рядышком. Впервые центральные торжества состоялись в Софийском соборе на четвертой очереди Самарской набережной. Все ночные бдения и праздничную литургию там совершил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Участие в службе вместе с сотнями горожан принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. После завершения причастия к прихожанам обратился митрополит. Мы радуемся сегодня за то, что этот храм, который освятил его святейшество, совсем недавно на берегах нашей великой Волги, реки, свидетельствует о нашей вере, о премудрости Божией. В рождественскую ночь у 5 самых крупных храмов Самары допоздна дежурил общественный транспорт, чтобы тысячи прихожан могли попасть после службы домой. Анастасия Зубарева, Александр Каракулько, Новости губернии.